Видео я покажу, как сделать эффект красивой перемотки. Данный эффект мы будем делать в программе Movavi. Покажу все с самого начала. Удаляем весь наш монтаж. Переходим в импорт файлов. Добавляем наш видеофрагмент. Он уже у нас добавлен. Перетаскиваем его на временную дорожку. Основной звук нам оригинально не нужен, нажимаем правой клавишей мыши, выбираем «Отцепить от аудио», выделяем аудиодорожку, нажимаем «Delete», удаляем. Теперь нам необходимо добавить мелодию. Переходим в раздел «Музыка», находим необходимую мелодию, добавили мелодию, зажав клавишу «Ctrl», ролик вращаем на себя, тем самым уменьшив масштаб, увеличили для удобства работы. Теперь нам необходимо выбрать тот фрагмент, который мы хотим убыстрить. Выделяем нашу видеодорожку, нажимаем ножницы, перетаскиваем на вторую часть видео, ножницы, выделяем среднюю часть видео, которую хотим сделать ускоренной. Переходим в раздел «Свойства клипа», ставим скорость на 800 либо 1000. Подгоним нашу аудиодорожку по длину клипа. Теперь нам нужно ставить звук перемотки. Для этого нашу аудиодорожку также обрежем, выделили, нажали ножницы. Перетащить ее сюда. Разделяем нашу аудиодорожку, переходим в раздел также импорт файлов. И мы уже с интернета скачали звук перемотки. Также через добавление файла добавляем ее. Вот наша мелодия. Вставляем. Как видим, длина у нее больше, чем наш весь аудиофрагмент, подгоняем ее и смотрим, что у нас получилось. Какое-то время программе необходимо обработать. Ждем, пока программа обработает, чтобы мы могли посмотреть в предварительном окне результат нашего монтажа. Как видим, буквально за несколько секунд мы вырезали необходимый фрагмент, увеличили его скорость, добавили эффект перемотки, тем самым сделали более динамичное видео. А мы на этом видео заканчиваем. Все, спасибо.